Мангуше около 8 тысяч людей. У нас совершенно нет условий для отдыха. Вот заброшенный ставок. Первое, хотелось бы его очистить, засыпать бы песком, поставить шезлонги. Вода бы была в нем чистая и прозрачная, а из нее били фонтаны. Замок – символ нашего поселка Мангуше. Он находится в полуразрушенном состоянии, так как отреставрировать его нет средств в бюджете. Я хотела, чтобы у нас в Мангуше было поменьше вот таких заброшенных зданий. Из этого здания я бы, например, сделала ветеринарное училище, так как у нас в районе продвинута сельскохозяйственная деятельность. И чтобы наши подростки не уезжали за 3-9 земель получать знания. Когда я это все выполню, то мне воздвигнут памятник в самом центре Мангуше. Все.